О вторых европейских играх говорят и в Европе. Накануне в посольстве Беларуси во Франции провели промо-акцию. Организаторами выступили фонд дирекции соревнований и французский национальный олимпийский комитет. Участники отметили полную готовность Беларуси к проведению игр и высокое качество организации турнира. Беларусь готова к проведению данного форума. Построены объекты высокого качества. У вас есть богатый опыт по проведению крупных спортивных мероприятий, который хорошо известен. Нет никаких сомнений, что европейские игры в Минске пройдут на высочайшем уровне. Наш телеканал транслировал европейские игры в Баку 4 года назад, и мы уже сегодня хорошо знаем, какой будет ажиотаж и интерес к играм в Минске. Мы будем вести трансляции со всех площадок и видов спорта. Телезрителям подготовили полноформатное ток-шоу о Беларуси и вторых европейских играх, которое транслировалось ведущим спортивным французским телеканалом «Экип».